Евросоюз предостерегает США от введения новых пошлин на европейские автомобили. Дональд Трамп написал о таком намерении в Твиттере после введения европейских санкций на американские товары. О том, как новый виток торговой войны может повлиять на Украину, расскажет Елена Абрамович. Буквально пару лет назад США лоббировали обнуление пошлин со странами Евросоюза. Готовили так называемое трансатлантическое торговое партнерство. А теперь мир стоит на пороге масштабной торговой войны. Америка и Европа одна за другой поднимают пошлины. В Брюсселе подготовили доклад о возможном ущербе, чтобы предупредить Вашингтон, который и начал эту игру. Пострадают все. Ущерб понесут не только страны ЕС. Торговые барьеры также ударят по экономике США и могут привести к потере 180 тысяч рабочих мест. Последствия могут усугубить контрмеры. А началось все с увеличения Дональдом Трампом пошлин на алюминий и сталь. Еще во время предвыборной кампании он заявлял, американская сталелитейная промышленность страдает от переизбытка продукции из других стран. И в марте ввел, соответственно, 10 и 20% пошлины. ЕС ответил симметрично. Появились пошлины в 25 и 50% на американские джинсы, мотоциклы и ряд других товаров. В силу они вступили 22 июня, и Трамп сразу же пригрозил. У него готов ответ. Если эти тарифы и барьеры вскоре не отменят, мы введем 20% сбор на все европейские автомобили в США. Создавайте их здесь. О том, что ответные меры как со стороны США, так и ЕС негативно повлияют на мировую экономику, уже несколько раз заявляли международные инвесторы, в том числе и МВФ. Рынок автомобилей – это 300 миллиардов долларов. Незаметно такие меры не пройдут. С этим аргументом достучаться до США пытается также Канада. Нетрудно принять то, что лидер страны может нанести ущерб своей автопромышленности. Если ввести такой тариф для канадских автопроизводителей, то это очень негативно повлияет на всех, учитывая интеграцию цепочек поставок деталей, сетей автоматического снабжения через канадско-американскую границу. Затронуть это может и украинскую экономику, так как негативные тенденции на Западе влияют и на нашу страну. На данный момент доля украинского экспорта в ЕС, который раньше был в основном ориентирован на Россию, составляет почти 43%. Евросоюз – наш основной торговый партнер. За 4 месяца нынешнего года Украина нарастила экспорт в ЕС более чем на четверть. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».